Святой Иоанн Креститель, когда вышел на проповедь, самое первое, что он сказал людям, сказал: покайтесь. Господь, когда вышел на проповедь, тоже сказал людям: покайтесь. Но если это было сказано самым первым, наверное, это было самым важным. И действительно, если мы с вами начнем этот вопрос глубоко разбирать, мы поймем, что все-таки покаяние – это самое главное в нашей жизни. Простой аргумент. Разбойник, который висел рядом со Христом на кресте, он первым вошел в Царствие Небесное. А за какие добрые дела? Да не было у него добрых дел. Вообще никаких. Разбойник всю жизнь был. За одно единственное дело вошел, за то, что покаялся, от души покаялся. Поэтому самым первым человеком, который вошел в рай, был, как ни странно, именно разбойник. Вот. Иоанн Креститель, как народ каялся у Иоанна Крестителя в грехах? Он заводил народ в воду, взял их в воде до тех пор, пока народ не исповедует все свои грехи. Ну, в Иордане вообще тепло, да? У нас, представляете, если сейчас вот в реку загнать и продержать хотя бы 2-3 минутки, там, по-моему, во всем покаешься. Ну, чтобы нас Господь таким крайним мерам не принуждал, все-таки давайте мы представим, что вот мы вошли в Иордан, в котором 2-3 градуса, нам очень холодно, и быстро каемся во всех грехах. Так что, если есть какие-то грехи, не носите их с собой. Пришли на исповедь, сдали, и с Богом, с чистой, с легкой душой, вступайте дальше. Спасибо, Господи, еще раз поздравляю вас с праздником. Спасибо всем, кто сегодня пришел на службу. Они всегда очень переживают, что вот, никто не придет. Я вам скажу так, что где двое или трое собраны во имя Мое, там и я среди них. Так что где два человека собрались, уже хорошо, уже и Христос среди этих людей. Так что спасибо вам огромное. Еще раз с праздником. Я приехали вообще.